сьогодні ми хочемо представити вам нашого нового резидента, який приїхав до нас із Німеччини, Генрік Джексон. Власне, про нього що можемо сказати? Генрік Джексон дуже людина різностороння. Це людина, яка свого часу займалася, є поетом, є перекладачем. Також свого часу він вивчав театральні студії, славістику і філософію в Вільному університеті міста Берліна. Власне, мабуть, чим Генрік відрізняється від інших наших резидентів? Я думаю, що вам це буде особливо приємно, те, що Генрік розмовляє російською мовою, тому ви можете з ним вільно спілкуватися. От, і я думаю, що він з радістю відповість на всі ваші запитання. Ну, мабуть, найперше те, що хочеться запитати Генріка, ну, з вашого дозволу, я перейду на російську мову. Генрік, пожалуйста, розкажи нашим журналістам о том, з якою целью ти приїхав в наш город, які у тебе плани, на чим будеш работать здесь на протяжении, да, на протяжении, кстати, какого времени? Почти месяц. Да, почти месяц. Чим будеш планируешь, да, чем планируешь здесь заниматься? Не просто так. Как тебе удобно? Какая тема, да? Да. Ну, тема, в принципе, очень скромная. Я просто хочу продолжать свою работу. Да? Продолжать работу, да. Второй вопрос был. Какие ожидания? Ожидания, да. Ожиданий, в принципі, ніякі, тому що я вже був тут, і все, що я вже бачив, і все, що я знаю, що тут, в принципі, не вистачить, що... Ну, просто бути тут, це вже, как бы, для мене достатньо. Я не ожидаю якісь внутрішні або внешні революції, або що-небудь. Ну, наверно, больше расскажи о своей работе, то есть на чем ты сейчас работаешь и будешь продолжать работать этот месяц, который ты будешь жить в Чернобыле? Ну, одно это, конечно, то, что я уже начал в Германии, но это никак не связано с этим местом, поэтому, наверное, для вас это не так интересно. И я даже не знаю, насколько я вообще могу это продолжать тут, потому что это зависит, это очень по-разному. Например, я был в Новосибирске 3 года назад. Я тогда начал ну, такой длинный текст. Я думал, что в Новосибирске я делаю что-то совершенно другое. И потому что этот текст был очень темный, очень пессимистичный. И оказалось, что я в Новосибирске даже мог это 50 даже лучше продолжать. Просто только с русскими темами. Я продолжал писать этот текст, и оказалось, что получился самый лучший текст там. И потом было просто сложно как бы продолжать это в Германии уже. И поэтому я совершенно не знаю, что будет. Я не могу это предсказать. Это может быть я продолжаю эту работу, может быть я начинаю что-то совершенно другое. Второе, это, конечно, что я всегда, чем я всегда занимаюсь, это переводы. С русского. Например, я недавно перевел целую книгу Баршикова, которая тоже, кстати, жил на Украине, по-моему, даже большую часть. Точно сейчас не помню, когда, но он здесь жил, и у него связаны с Украиной. И другие. Сейчас я хочу просто издать как очень маленькую антологию современной русской поэзии.